А я два топика видел, да? Ну, видел. Ну как топика? Топики. Да? Да. Мне показалось, там джутовый рюкзак и такое, почничел. Нифига, там их двое было. И как минимум на одном был броник и калаш, и ПНВ. А я просто сразу увеличил, когда увидел, что что-то там скопище. Стоят, что-то рассматривают, труп какой-то или что? Так вот, труп он лежал, а они смотрели на него. Знаешь, такая, это такая тема, что вот, типа, вообще переводить... Блин, там муха, пизда рулю. Все нахуй уничтожено. Ёбаный рот! Понял уже, пойдем этих убивать, что ли, или что, блин? А вот тут кепка эта, блядь. Стоямба, блядь. Ты надоел уже, а? В смысле надоел? Я тебя первый раз вижу. А, ты как раз таки меня здесь... Я не слышно из-за противогаза. Давайте фильтр отдам, а ты мне дай, пожалуйста, я бог. Гоп, стоп. А мы подошли из-за угла. Он в дом зашел. Красный марлин. Подожди, я тут это убираю. Ой, красный марлин, если что, аккуратней. Я пробежал только эту. А какой дом? Красный марлин. Красный этот. Ну, я понял, француз. Француз? Я слышал, говорил. А, ну понял. У меня вот есть только поврежденная бутылка. А, это он тебе рассказывает, а я на улице. Круто. Да мне ничего не надо. Вот что говоришь? Мне ничего не надо. Вы окружены. Сдавайтесь. Опять надоели. Сколько можно, ёб твою мать, блядь. Я сделаю вид, что я тебя не знаю, я буду в тебя целиться. Ты заходи, да, пизди, да, его. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Да ладно, повреждённый был. Подожди, это кто? Это твой кореш? Это твой кореш или кто это, блядь? Алло, блядь. Это кто возле дома? Он тупой какой-то, пиздец. Чё? Я спрашиваю, это твой кореш возле дома? Нет, у меня не... Даём стволы. Либо на входе в город. Заходи, пизди его, на. А ты, если ещё нас двоих... Да не... Пришел, отпиздил молодого. Я, короче, красным буду во всем, наверное. Я красную эту телогрейку одел. Едет грузовик, проехал, да? К нам, да, едет куда? Грузовик. Куда? Со стороны чего? Со стороны площади, блядь. Слышу, да. Ой, на него это. Так, стреляй. Убили вроде, да? Убили вроде. Да. Бля, меня убили. Ой, бля. Префом дал мне, слышишь, дробака. Вижу, его пиздят. Сука, поторопились. Я еще думал, что, блин. Живи пока, живи. А то убегай, может, потом. А, он заныкался, быдло. Ну, он мне фильтр сотовал, правда. Я забываю себе. Камень не идет слишком. Куда ты, блядь, побежал? Ты смотри, он тебя так же бросает, даже нет этого. Убил нахуй. Второй живой! А я могу крену зомбям кинуть. Так. Ну, граната, лети! Ну тебе рашит беспом, если у него дробаша, там до свидания. Либо умка, либо сразу, как меня.
Блять, мало зомби и гранатку зацепило. Они все перестали агриться на него и побежали ко мне. А, вот он сидит. Здорово, отец. Хуйкин, здорово, нахуй. Надо, блядь. Чё тебе надо, блядь? Я хочу разъебать тебя, блядь. Отмотать хочу. Да, да ты что, блядь? Да вот что? Понял, быдло? Ух, гнилое мясо с собой носит. Что, попробуй подъехать. Я поехал. Башит нормально. В Старкове такого нет. Вот этого. Это такой дичик. Это точно. Вот за это я люблю Дейв. Чисто дальнобойщики, блядь, срезали маршрут. Авторадио. Пошел ты нахер, козел! Ля какая. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Давай еще вот эти гаражи. По мне. А мне тоже, меня убили сразу же. Меня вот. Тоже. Чел я просто, понял. Я видел его. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой? Алло. Что вы это сделали? That's unreal. Хуйня, блядь.